Научные кружки Казанского федерального университета – одно из самых активных направлений внеучебной деятельности студентов. Ежегодный конкурс на звание лучшего объединения проходил на протяжении двух последних месяцев. 20 октября команды презентовали деятельность своих кружков. Затем почти три недели шла подготовка к завершающей торжественной церемонии. И, наконец, в стенах императорского зала награда нашла своих героев. Основные цели проведения конкурса – выявление лучших студенческих кружков университета, а также повышение эффективности и качества научно-исследовательской работы в рамках молодежной науки. Я просто видел, как работают кружки, например, в Институте фундаментальной медицины и биологии. Там они собираются, я смотрю, какие они там дискуссии, они там тренируются, там кого-то перевязывают, кого-то перетаскивают. Это такой процесс творческий, они ничего не видят. Там, предположим, во дворе они, например, работают, проезжает машина, им сигналит, они даже не слышат. То есть они настолько увлечены вот своей идеей. И с моей точки зрения, вот подобное общение, оно обогащает, во-первых, этих ребят, которые приходят, вот новички, молодые ребята и так далее. Ну и в целом полезно для развития вот студенческой науки в стенах своего родного университета. У нас победители и номинанты имеют денежные призы. Вот, а также денежные призы имеют у нас научные руководители этих кружков. Наградил победителей конкурса первый проректор, проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. Лидирующие позиции в рейтинге научных кружков заняли археологический кружок «Артефакт» Елабужского института КФУ, а также Центр подготовки к Олимпиадам по программированию Института вычислительной математики и информационных технологий. Я считаю, что ребята большие молодцы. Они отлично заработали и достойны этой победы. Помимо этого были награждены и победители номинации за оригинальность «Идея», «Лучший старт», «Лучшее междисциплинарное исследование», «Социально значимую работу», «Лучшее перспективное исследование», а также за активную работу со школьниками. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз.